В 2015 году еще больше услуг мечи смогут получать через службу «Одного окна». О ее работе сегодня рассказали на аппаратном совещании у мэра. Служба «Одного окна» — это форма работы, при которой для предоставления государственных и муниципальных услуг человеку нужно обратиться всего один раз. Ходить по кабинетам разных специалистов не нужно. Вся информация есть на сайте администрации. Например, на портале omsk.rf уже сейчас можно поставить ребенка в очередь в детский сад, запросить справки, выписки и дубликаты. На сайте действует востребованный у населения сервис мониторинга готовности документов, а в текущем году введен новый сервис «Получение электронного талона на прием в службу «Одного окна».